Спасибо Тиме, что всем нам сказал, как ты больше не хочешь пить. Мы с отцом просто очень рады за тебя. Тед, доставай ружье. Тра-ля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 . Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы будем играть снова в 60 секунд Reatomized. Представляете, они перевыпустили первую часть и заапгрейдили ее. Я такой подумал, ну тогда почему бы и нам не перевыпустить и не перезапустить серию летсплеев по этой игре? Что вы об этом думаете, а? Хотите, нет? Даже если нет, я все равно играю. Понеслась. Новая игра. Знаете, чем первая часть лучше второй, на мой взгляд? Все твои персонажи — это одна большая семья. И ты выживаешь с семьей. Это создает такой дополнительный слой, бэкграунд у этого всего. Решить, кого из членов своей семьи отправить на вылазку, кем пожертвовать. Это как бы... это полудраматичные, полукомичные ситуации создаются. В отличие от второй части, где просто... какие-то рандомные люди, которые никак друг к другу и по сути не относятся. А когда ты во главе семьи, то такой раз сын пошел на вылазку, раз сын не вернулся, такой fuck me. То есть вот в этом был кайф этой игры. А теперь я не буду болтать, я буду, собственно, играть. Давайте просто поиграем в апокалипсис. Самый такой стандартный, старый, добрый. Оооо, мы можем выбрать, кем мы играем. Долоресом или Тедом? Я даже не знаю, у меня никогда не получалось пройти эту игру. Может быть, на малыше сыграть? Нет, давайте на толстяке сыграем. Царь бомба, конечно же, я не царь и не бомба, и не буду играть на таком режиме. А вот на толстяке я толстяк, поэтому да. Хорошо, разведка 10 секунд. Ой, что за... кто эти звуки чертовы издает? О, боже мой, так. Не знаю, я не знаю, я плохо разведывал все, но... мы будем скидывать, что есть. Мэри Джейн, заходи ко мне в бункер. Обещаю, ты будешь там дальше играть на саксофоне. Я возьму топор, чтобы этого не случилось. Ружье, конечно же. Чемодан. Щит. Что это? Замок? Замок? Не знаю, для чего нужен замок. Как тебе стало здесь тяжело бегать, по-моему? Так, Долорес, пойдем, дорогая. Сынок, пойдем, ты тоже пригодишься. Вы все пригодитесь мне. Впервые в жизни я вас люблю, потому что мне надо кого-то посылать. На вылазку, фонарь, аптечка, вода. Это все, что я взял? Что за отстой? Ладно. Дети пойдут на вылазку, и все будет окей. Я даже знаю, что я взял. Прыгай. Yes. Мне кажется, немного интерфейс поменялся, и дом вообще пустой. Ничего нету. День первый. Два супа, три воды. У-ху-ху-ху-ху, ребята. Замок. Вот это вот интересная штука. Для чего это нужно? Я не понимаю. У нас есть карта. Хорошо. А где из этого места? Вот где мы жили? Мне кажется, мы жили в таком приятном зеленом районе. Это вот здесь. А значит, мы в первую очередь отсканируем нашу окрестность. А потом пойдем в центр, в даунтаун, тусить. Тимми, ты же хотел выбраться в центр города, да? Потусить, посмотреть кафешки. Ну вот сходишь, посмотришь. Заодно принеси там одного супа домой, на вынос закажи. Я взял до хрена игр, всяких ненужных, по-моему. Радио нету, боже мой. Ладно, давайте чтим. Все добрались до убежища за секунду до взрыва. Мы еле успели. Главное, что мы вместе и живы. Не забывайте, консервированный суп очень полезен для здоровья. Мы... ой, елки-палки, что это такое? Свет, не подводи, я же все там налаживал с вот этими вот руками. Мы смутно припоминаем, что когда-то переносили какие-то вещи в убежище, потому что в доме для них не хватало места. Оказывается, безалаберность может быть полезной. Плюс один. А-а-а, эти карты здесь рандомно зареспаунились. Это тоже круто. У нас не так много еды, но никто не жалуется. Ладненько, у нас практически нет воды, нам придется очень экономить. Согласен. А что вот это? А, время раздавать запасы. Нет. Нет, не время. Мы искренне надеемся, что скоро этому кошмару придет конец. Иначе мы окажемся в месте намного хуже, чем это малюсенькое убежище. Ну что ж, день второй. Тед впервые так давно не ходил в туалет. И видно по его глазам, что речь идет о номере два. Да и у Мэри Джейн то же самое. Кстати, да, у нас даже нету туалета здесь. Я вот сколько раз играл в эту игру и даже не думал об этом. Мне не нравится, что вот это вот происходит. И, кстати, я могу это контролировать. Им кажется плевать, кроме Тимми. Тимми, он изучает. Он изучает природу этих скачков напряжения. И ему приходят на ум великолепные научные умозаключения. Скачки. Скачок. Качок. Тимми, мощная бицуха, is back! Иногда мы совсем раскисаем.
Мы должны взять себя в руки и мыслить позитивно. Военные уже на подходе. Долорес в прекрасном состоянии. Насколько можно быть в прекрасном состоянии в этом малюсеньком убежище? Долорес, тебе что, мало места? Ты зачем ты на ней женился? Да знаю, зачем ты женился. Она симпатичная. Да. Может, по теме этого и не скажешь, но он очень сильный мальчик. Мы только что это видели. У него все отлично. Рацион. Я вам скажу, как у вас будет сегодня с рационом. У вас будет... 0 калорий у всех. Итак, кого мы сегодня пошлем на вылазку? Стоит ли нам собираться? Of course. Еще минуту назад все было в порядке, но сейчас мы уже готовы перегрызть друг другу глотки. Как это произошло? Это просто безумие. Нам нужно как-то взять себя в руки, чтобы выжить. Может, утром пройдет? Окей, у кого-то начинаются уже приступы ярости. Наверное, у всех у них. Надо держать топор подальше. На замке. Повесьте этот замок на топор. И тогда его никто не будет трогать, потому что он на замке. Так это и работает. День третий! Жажда первой начинает мучить людей. Мы почти не спали после этой ссоры. Будем надеяться, что это больше не повторится. Итак, кто же пойдет в экспедицию? Мне кажется, Ниган должен помочь нам выбрать того, кто пойдет. Pick the very best one, and you are it. Мэри Джейн! Идешь ты. Да, я знаю, что Ниган выбрал другого, но... День четвертый. Она свалила. Места стало больше, Долорес. Если вдруг твоя дочь погибнет, то знай... Это все ради твоей прихоти. Мэри Джейн вышла наружу. Давайте надеяться, что она скоро вернется. Да скоро, я же поставил соседский райончик проведать. Все нормально. На вид Тед уже одной ногой в могиле. Ему срочно нужна вода. Вот мы освободились от Мэри Джейн, и у нас всего 3 бутылки воды. Даже не знаю. Тимми важен, потому что нам нужно сохранить будущее поколение, чтобы оно выжило. Понимаете, выжило и процветало. Не знаю, в принципе... не вся бутылка расходуется. Прикольно. Ладно, давайте, всем дали попить. Все довольны. Один из шкафов в нашем убежище слегка шатался. Кто шатал на мой шкаф? Мы передвинули его в другое место. Оказывается, за ним была тайная дверь. Интересно, куда она ведет. Давайте посмотрим. Конечно же, мы возьмем фонарь. День пятый. Блин, все в порядке? Все в порядочке. Все в порядочке. И что же произошло? Мы обыскали каждый миллиметр в тайной комнате, но ничего не нашли. Даром потерянное время. Сколько денег уже без еды? Это день пятый. Ну, молодцы. Что могу сказать? День шестой. Мэри Джейн там как-то не идет. Тимми должен что-нибудь съесть. Пошел ты, Тимми. Только и у него голод. Ну, маленький сосунок, я ожидал от тебя большего. Время под землей летит незаметно. Мы вспомнили, что сегодня день рождения у нашего Тимми. Ой, поэтому он получит... нарисованный торт. Он растет очень быстро. Мы должны подарить ему то, что хочет получить каждый мальчик на свои... Сколько ему там исполняется? Ты получишь шашки. День седьмой. Тимми, ты не стал жрать шашки, надеюсь? Нет. Во время нашей безумной эвакуации мы еле успели взять шашки. Теперь оказалось, что там не хватает половины, но, судя по всему, Тимми этого совсем не мешает. Покормим их всех. Мы обсуждали, каким будет наш первый обед без томатного супа в меню, когда услышали какие-то крики на поверхности. Мэри Джейн? Оказалось, что это кричала группа уцелевших оборванцев. Что они делали с Мэри Джейн? Они представляли собой жалкое зрелище. Когда пытались что-то сделать с Мэри Джейн? Непредсказуемо. Что-то сделали с Мэри Джейн? Просили о помощи. Они попросили нас поделиться чем можем, водой, едой или медикаментами. Так-ка, подумаем. Мы верим в карму и в то, что добрые дела потом возвращаются к нам еще добрее. Поэтому мы дадим им супчика. День восьмой. Мэри Джейн, пожалуйста, пожалуйста. Она не вернулась, все, жопа ей. А что у нас? Вот это что такое? Почему нету супов? А? Че за нафиг? Они дали радио! Они дали радио нам! Вот она! Я же говорил, карма, надо делать добро всегда. Наши гости расплакались, когда мы поделились с ними запасами. Не для того мы пережили конец света, чтобы нас удушили в объятиях благодарные беженцы. Это вполне возможно, не сомневайтесь. К нашему счастью, они решили продолжить свой путь к безопасности до заката. Они уже собрались уходить, когда один из них подарил нам радиоприемник. Нам ничего не оставалось, кроме как принять подарок. И вскоре они ушли по обломкам, помахивая нам на прощание рукой. Нужно дать ему попить, Тимми, сейчас же. Ладно, напей. День девятый. Все, жопа, Мэри Джейн. Зачем? Ну что? Я надо было ее напоить перед выходом. Тимми больше не хочет пить. В отличие от них от всех. Спасибо, Тимми, что всем нам сказал, как ты больше не хочешь пить. Мы с отцом просто очень рады за тебя. Тед, доставай ружье. Мы напьемся его кровью. Что ты сказала, дорогая? Пока ничего. Но если этот маленький гаденыш еще раз меня взбесит, я повторю отчетливее то, что я сказала. Ночью мы слышали какие-то подозрительные звуки на улице. Когда утром мы выглянули за двери, то увидели кожаный чемодан. На нем не было ни адреса, ни имени, но мы абсолютно уверены, что это нам.
Откроем, of course. У нас, кстати, вот столько еды. Вот столько. День десятый. Все нормально? Как там радио? Работает? Ту-ту-ту-ту. Видите, мы дали банку супа. Получили банку супа. И радио в придачу. Вот как надо делать добрые дела и получать в обратку. То есть, по сути, когда ты делаешь доброе дело, ты преследуешь исключительно корыстную цель. Что не очень хорошо. Мы с радостью приняли этот неожиданный подарок. И, несмотря на наши опасения, внутри нашли обычный, всеми любимый томатный суп. Спасибо тебе, добрый незнакомец. Никто ничего не написал про Мэри Джейн. Итак, кто съел суп? В ходе ежедневного пересчета припасов мы обнаружили, что не хватает одной банки с супом. Причем еще вчера она была на месте. Погодите, как это? Да нет, все хватает. Это означает лишь одно. Среди нас завелся воришка. Необходимо срочно выяснить, кто стоит за этим ужасным преступлением. Давайте, тот, кто выйдет наружу, а именно Долорес, под предлогом, что отцу нужно побыть сыном, хоть в кои-то веки. День 11. Да ладно? Боже, как ты выжила? Как ты выжила? Мэри Джейн, я правда, я списал тебя со счетов уже. Мэри Джейн. Я же тебя даже не попоил, не покормил. Ты мой сладенький поросенок, ты выжил. И устала немножко даже. Чуть-чуть устала. Неплохо, неплохо. Что ты принесла? Сюда принесла, я не понимаю. А ничего, ты ничего не нашла, что ли? То есть ты просто так там походила? Эх, Долорес, ты же была нам примером для подражания. Как ты могла? И впрямь, нынешника, она... Долорес... Долорес просто взяла и сожрала банку супа, которую вот... Мы добром заполучили, а добро трудно делать. Мы старались, Долорес. Пришло время семейству объединиться. Истинному семейству. Потому что никто здесь никого не предавал. Никогда, кроме вот этой женщины. Она против нас. Она даже сидит чуть-чуть отстранившись от нас. Тет, она давно тебе изменяла. Со мной. Но ты не парься. Ведь сейчас это не важно. Важно то, что она изменяла тебе. Со мной. Не смотри на меня так, Тед. В конце концов, не я тебе изменял. Поэтому теперь, отныне, мы трое объединяемся. И я с ними, конечно же, объединяюсь против нее. Ты подвела нас. Ничто не могло сделать нас счастливее, чем возвращение Мэри Джейн. Нам никогда не нравились люди, которые, как верблюды, ехали со своими огромными чемоданами, набитыми смердящей едой. Но теперь мы были рады их чемоданам. Особенно заполненным банками с супом. Мы даже не откажемся от вонючего сыра. Одна местная команда по легкой атлетике собиралась ехать на чемпионат в какую-то глушь. В автобусе оказалось много бутылок воды и поношенных ботинок. К сожалению, ни одна пара ботинок нам не подошла, а вот воду мы возьмем. Плюс две воды Мэри Джейн притащила. Мэри Джейн, помнишь, когда вот я тебя закидывал в бункер, ты была вместе с саксофоном? Ты упала и потеряла сознание, а саксофон я съел. Потому что был очень голоден. Я хотел запастись калориями надолго, потому что знал, что с нами произойдет. О чем ты таком говоришь? Ну, я говорю, что я... Как-то так. Стоит ли нам тратить на Мэри Джейн аптечку? I don't think so. Очень, очень много воды, очень и очень мало еды. Конечно, да, будем собираться на вылазку. Чем больше у нас информации об окружающем мире, тем лучше. Давайте подсядем поближе к радио и попробуем настроить его на какую-нибудь волну. Of course. День 12. Я думаю, еще денек они протянут. Ничего, ничего и еще раз ничего. Хотя нет, у нас воды много, почему бы нам всем не дать воды? А теперь, кто собирается на вылазку? Долорес, давай, я сказал, пошла. Возьмешь топорик с собой. День 13. Долорес на пути к поверхности. Будем надеяться, что она вернется в целости и сохранности. Кстати, я не поменял локацию-то ей, твою мать. Можно и дальше сидеть, сложа руки в этом крошечном бункере. А можно думать о том... Как выбраться подальше из этой зараженной радиацией пустоши? Кто бы мог предвидеть, что у красных поднимется рука уничтожить такую прекрасную местность? Ох уж эти красные! Нельзя доверять теперь ничему, что красное. Вот эта вот ленточка, вот этот фонарь, вот этот замок, вот этот вот крестик. Мэри Джейн? Красная. Мы не можем тебе доверять, Мэри Джейн. Поэтому мы не будем тратить на тебя аптечку. Давайте заюзаем радио. День 14. Кто звонит? У нас есть телефон? Мы связались с ними. Армия уже близко, и она спасет нас. Все, что нам нужно делать, это сохранять спокойствие. Военный с нагоняющим скуку голосом очень на этом настаивал. Помощь уже в пути. Нам остается только ждать дальнейших указаний и поддерживать радио в рабочем состоянии. Как там дела? Голод, жажда, голодание. Вот это очень плохо. Кажется, мы потеряем Тимми. Давай, Тимми, сожри свою бицуху. Мы не думали, что нам позвонят так скоро после атомного взрыва. И вот мы четко слышим звук звонящего телефона снаружи. Это, наверное, из телефонной будки по другой стороне улицы. Может, мы должны поднять трубку?
Тимми! Давай, гоу! День 15. Когда мы подняли трубку, то услышали вздох, облегчение по другой стороне. Человек представился... Боже мой, что это за рожа, Тимми, ты меня пугаешь. Короче, человек представился уцелевшим из соседнего городка Хилл-Вэлли. Мы только начали разговор, как вдруг связь оборвалась. Тимми, блин! Твою мать! Почему ты думаешь, что это твоя вина? День 16. Все живы. О май гот. Нам удалось поймать сигнал и прослушать экстремальное... Экстренное, точнее... И очень экстремально, разумеется, сообщение. Оно звучало примерно так. Отличные новости. Большинство радиоактивных осадков уже рассеялось. Теперь вылазки на поверхность будут намного безопаснее. Но мы слушали радио молодежное, экстремальное. Всех обезвоживание. Ешь вода, пей вода. Ну, ты понял, что там дальше за стишок, как он заканчивается. Нам не очень нравится странный запах нашего убежища. Мэри Джейн. Ну, и когда мы почули запах дыма... Тимми! То быстро поняли, как сильно мы любим старый, негорелый запах. Пожар. Нам нужно его потушить и спасать наши запасы. Мы не успеем спасти все, что хватает. Так что хватаем? Конечно же, вот это вот. Радио. Аптечку еще найдем. Я уверен, Долорес принесет. Она пришла! День 17-й. И она принесла! Она принесла! Я прям уверен был, что она принесет это. Не знаю почему. Следующая вылазка будет здесь. Подпалили все. Дорогая, ты сегодня... Ты что, у тебя новая косметика? Ты что, пошла в магазин косметики? Мы рады видеть снова Долорес после успешного возвращения с пустоши. Прежде чем выглянуть из бункера, мы заметили группу собирателей припасов. Они не были из нашего района, но чувствовали себя вполне уютно, рыская по заброшенным домам. Пока они были очень заняты и ничего вокруг не замечали, мы стащили у них рюкзак. Оу, что же с топором произошло? На дне рюкзака была аптечка под кучей женского белья. Мы вернулись из экспедиции в отличие от нашего топора. Почему? Почему? Почему топор сломался? Или что с ним произошло? Все болеют. Не знаю, кого лечить здесь. Тимми умрет, нельзя его лечить. У меня идея. Давайте никому ничего не давать. И посмотрим, кто выживет завтра. Аптечку получает сильнейший. Тимми всегда носился как ненормальный и ездил на велосипеде. В этом маленьком бункере не место мальчику с такими длинными ногами. Он просит и... Тимми, мы не можем их отрубить. Долорес потеряла. Потеряла топор, понимаешь? Он просит и просит разрешения выйти наружу. Рискнем и разрешим ему выйти на короткую прогулку. Так бы поступили все ответственные родители, правда? Ну, конечно. Я, как хороший ответственный родитель, отец семейства, не могу позволить себе смотреть, как мой сын умирает в бункере. Пусть это сделает где-нибудь там. День 18. Он что, взял с собой сестру? Вы слышите этот сигнал? Это сигнал СОС. Ну, или что-то производное от СОС. Да. Именно такой сигнал мы и получили. Когда мы согласились, Тимми от радости чуть не разбил голову об потолок. При условии, что он не встретит никаких людоедов, чудовищных мутантов или клоунов-убийц, с ним все будет в порядке, он скоро вернется. Тимми вышел на пустошь. Мы не знаем, что будем делать, если он не вернется. Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть, как Долорес болеет. Нет, можем. Она предала нас. Она уже сожрала свой томатный супчик. Вот теперь, блин, все. Надеюсь, ты его как пеликан отложил у себя где-то здесь. Или как хомяк за щекой. Когда Мэри Джейн узнала, что мы не собираемся тратить на нее еду, она настолько вскипела от злости, что по ее взгляду было понятно, она готова убить. Она ушла, не сказав ни слова. Нам кажется, что ее ждет перспективная карьера разбойницы, и она может есть... Столько супа, сколько захочет. Нам нечего кормить, блин, нечем. Как насчет использовать радио? Of course. Это единственный шанс. Кто-то пришел? Тимми? День 19. Тимми вернулся, он скоро умрет. Че ты пришел, Тимми, че ты принес? Ты радио разбил, сволочь. Мы умрем, ребят. Вот, блин. Внутри радио что-то заклинило, и оно загорелось. Нам удалось подтушить пламя, но радио больше не работает. Все. Мы так боялись за Тимми, но все же он вернулся с пустоши, и теперь он в безопасности, но он ничего не принес. Как я и сказал, ребят, аптечку получит только сильнейший из вас. Давайте все пусть попьют, ну чисто так, чтобы... Нет, это я роскошь какая-то слишком, ни к чему. Ситуация на пустоши все еще нам неизвестна. Вперед, экспедиция. Экспедицию пойдет Тимми. Вы спрашиваете меня, почему не идет Тед? День 20. Тед не идет, потому что он умер. Он успел. Тимми успел принести противогаз. Мы умница, да? Угар. Самая быстрая вылазка, кстати говоря. Танки мы нашли за защитную одежду, в том числе и противогаз. Теперь он принадлежит нам. Тед, конечно, сильный, но не настолько. Он пал голодной смертью. Жрите Теда.
О боже мой, жрите Теда. Тимми вообще уже фиг знает, сколько не ел. Мне жаль это признавать, но мне кажется, Долорес здесь останется. Я даже не знаю, как быть. Кто, если они должны выжить оба. Но я не знаю, как это сделать. Хорошо, экспедицию может пойти только Тимми. И он возьмет с собой противогаз. Тимми, давай, на тебя вся надежда. Будь хорошим мальчиком, пожалуйста. Он ушел. Конец. Тимми вышел на пустошь. Мы не знаем, что будем делать, если он не вернется. Тимми должен был уже вернуться, но его нет. Похоже, мы должны смириться с мыслью, что больше его не увидим. Долорес смело боролась с голодом, но проиграла. Блин, у нее был шанс. Вот наверняка будет тот человек в мире, который победит все-таки голода. Голод — это такой, знаете, хардкорный босс. Кто-нибудь его да победит. Не Ев, я имею в виду. Но пока такого не случилось, черт. Вы погибли! Количество успешных экспедиций 2 из 3. Третья была Тимми. Тимми! Ты подвел меня. Ты больше не мой сын. Ай, да чего, блин, угарная игра, не могу. Че вы думаете, понравилось вам или нет? Понравился ли вам перезапуск этой серии на нашем канале? Если вам понравилось, то обязательно шлепните лайк. Мощный-мощный лайк, чтобы я понял, что вы такие. Хотите получить этот видос еще разок? Я вам сделаю, если вы хотите. И также не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые. Подписывайтесь и становитесь доску своими. Кто такие доску свои? Вы наверняка так спросите, такие, что это чушь какая-то? Кто это вообще что-то значит? Доска свой? Непонятно. А я скажу, это те, кто на одной волне вместе со мной. Люди с похожими взглядами, интересами, мыслями. И, возможно, даже с похожей крутой бородой. Ну, а мы прощаемся с вами. Не забывайте про другие игры, которые я тоже проходил. Это летсплейный канал, между прочим. Я много игр проходил. И ссылки на плейлисты будут в описании. Также все мои соцсети будут в описании. Я вас всех там жду. С вами был Юджин. И всем пять!